В Москве сдали указ платить за мусор. Хорошо, платим за мусор. А куда мусор вываливают? В леса, губят природу. Тем самым изгоняют животных, птиц из леса. Они углубляются дальше, уходят. Но кому приятно жить в этой сраче российской? Очевидно, так и поднимает экономику России на воровстве. Ведь можно ведь продукты из мусора вырабатывать и снова пускать в продажу. Но у нас ведь кто это умеет делать? У нас это знает, как делать. Надо думать, надо работать. Но ведь у нас власть не умеет работать, думать. Думает она только в думе, в спящем положении. Так в России правят из века в век, из года в год. И ничего не изменится.